Всем привет! Вы на канале Коль. И сегодня мы открываем большое яйцо щенячьего патруля. Да, ты давно хотела этого? Да? Я же обожаю щенячий патруль. Ну да. Будем смотреть, что внутри? Да. Давай, открывай. Смотрите, Рокки! Это Рокки на своем автомобиле. У Рокки все время с собой много полезных инструментов. Да? Да. В рюкзаке. Да, вот он носит. И вот тут все время, да. Ага, а это поднимает то, что на дороге. Да, когда щенячьему патрулю что-то надо, у него из рюкзака, помнишь, все время вылетают всякие Нет. нужные штучки. Нет, он туда залазит и смотрит, что правильно. А, да? И вытаскивает. Ага, и вытаскивает у себя из машины. Ага. Давай смотреть, кто там следующий. А, это Маршал, это далматинец, да. который все время в лифт влетает, да, и всех сбивает постоянно. И всегда это Рокки как раз не любит воду. Да? А Маршал у нас кто? Пожарник, да? Пожарник, да. Да, пожарник, тушит пожары все время. Так, это на голове у него фонарик. На голове фонарик, да, и значок их фирменный «Щенячий патруль». Так, а что у нас там еще в яйце есть для него? А? А ну-ка посмотри. Ух ты ж! А это его машина пожарная. Так. И так. Жух! Вот это да! Так, Рокки запрыгивает в свою пожарную машину. Не Рокки, Маршал. А, Маршал, точно! Далматинец Маршал запрыгивает в свою пожарную машину. Вот такая вот огромная машина пожарная с Маршалом наверху. Вот так он садится. Здесь такая кнопка. Ух ты! Заводится как. На пожар едем. И здесь такой вот бронзбойд, чтобы тушить пожары. И он может по нему залазить. Так, чик-чик-чик-чик. Так, где у нас пожар? Все, тушим. Надо ехать! Так, ну, в общем, вот такая вот огромная у нас пожарная машина. Вот здесь вот он живет. Убирается бронзбойд наш. По нему тоже могут залазить они. Так прячется. Машинка складывается в его домик. Вот такой. Потом нажимаем на кнопку. А, ты хочешь убрать? Давай, ага. Нажимаем на кнопку, и машина открывается. Вообще супер, скажи. Так, давай садим нашего Маршала сюда. Так, заезжаем в гараж, заезжаем. Давай смотреть, что там еще. Что у нас там следующее? Загляни в яйцо. Это кто? Раболь, по-итальянски, а по-русски крепыш. Крепыш, точно, это же крепыш, он строитель, да? Да. На своем бульдозере. Да. А по-итальянски гаржонка. Рабо. Угу. Вот такой вот бульдозер. Может тут сверлить, поднимать. Класс. Держи. Так, ставь. О, он вот так вот может его возить. А ну-ка, что там еще тебя ждет? Вкусняшка. Ах. Любишь ты вкусняшки, Николь? Открываем чупа-чупс или потом открыть? Сейчас? Сейчас. Ну, давай. Так. Чупа-чупс с клубникой. Чупа-чупс мини. С клубникой? С клубникой, да. Но на нем мини написано, потому что он маленький. Так. Щенячий патруль, давайте на вызов. У нас случилась беда. Садись. Поехали! Будем тушить пожар. Давай, тушим. Подъехали, давай, поливаем. Пожар вот здесь. Пожар вот тут, давай. Так. Кошка на дереве. Кошка на дереве, снимаем ее. Снимай его. Потушили, мы молодцы. Всем пока, вы были на канале Коль. И мы открывали яйцо щенячьего патруля. Всем пока, вы были на канале Коль. И мы открывали большое яйцо щенячьего патруля. Нам попался Крепыш, Рокки и Маршал. Со своей огромной пожарной машиной.
комментарий, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!